Добрый день, меня зовут Гетсман Антонина Владимировна. Я главный врач клиники премиум-класса для детей и взрослых Dental Fantasy на проспекте Мира. Очень важным моментом во время лечения постоянных несформированных зубов, зубов подростков, да, о которых мы сейчас с вами говорим, является момент изоляции от ротовой жидкости. И, к сожалению, до сих пор не в каждой клинике есть возможность применять систему Робердам. Система Робердам является нашим стандартом при лечении детей. Это очень важно, потому что чем в более идеальные условия мы с вами погрузили зуб, изолировали десневую жидкость, ротовую жидкость, тем с большей долей вероятности зуб прослужит большое количество лет. Это значит, что под пломбой не будут размножаться микроорганизмы. Это значит, что сама по себе пломба будет долго служить, не будет выкрашиваться, не будет меняться в цвете на границе с тканями зуба и не будет появляться такой неприятной щели по периметру пломбы зуба. Именно поэтому в первую очередь, когда начинается лечение вашего ребенка, обратите внимание, использует ли доктор изоляционную систему под названием Робердам. Будьте здоровы! Ждем вас в Dental Fantasy! Чтобы записаться на прием в Dental Fantasy, нажмите на эту кнопку. Узнайте больше о том, как сохранить здоровыми зубы ваших детей. Подпишитесь на канал Dental Fantasy TV или выберите следующий видеоролик для просмотра. Стыдно признаться, но в стоматологию меня привела 5-летняя дочка Саши. Она так и сказала: «Папа, не бойся, там зубные феи». Феи там действительно были. Они ценят ответственную команду опытных врачей, современное оборудование, отличную диагностику, эффективное лечение.